Всем тихой ночи. У меня постоянно спрашивают, что и на каких условиях можно делать со вселенной SCP. По 2-3 вопроса таких ВКонтакте стабильно в день появляется. Так что наконец пришло время этого видео с ответами на частые вопросы. Если вам дали эту ссылку в ответ на ваш вопрос, в нем наверняка есть то, что вы ищете. Для начала, все материалы SCP распространяются по лицензии, которая называется Creative Commons Attribution Share Alike. Такое вот у нее непонятное английское название, и оно уже иногда вызывает вопроса. Я несколько раз сталкивался с мыслью, что это что-то актуальное только для Запада, и в России она не действует. Но это просто неправда, потому что в российских законах, а именно в статье 1286.1 Гражданского кодекса, есть такое понятие, как открытая лицензия, которая описывает такого рода вещи. Creative Commons Attribution Share Alike – это с точки зрения российских законов еще одна открытая лицензия с определенными правилами и ограничениями. Потому, когда вы общаетесь с российской бюрократией, нужно говорить о том, что речь идет об открытой лицензии, предусмотренной статьей 1286.1 ГК РФ, с такими-то правилами, а не этот ваш share and like, puppet, simple dimple, понимаешь. Можете, кстати, использовать русскую версию лицензии, которая есть по ссылке в описании. Там, в общем-то, полноценный юридический текст, который содержит в себе все нормы и правила, по которым контент по SCP распространяется. И, возможно, для кого-то это станет новостью, но если вы используете в своем творчестве любые материалы по SCP, вы автоматически соглашаетесь с этими правилами и обязуетесь их соблюдать. Причем законодательство России считает открытую лицензию договором присоединения. Так что если вы начинаете использовать контент по SCP, значит вы автоматически как бы ставите свою виртуальную подпись под этим договором. Под настоящим договором присоединения. Выложили где-то картинку или фанфик по фонду, и все, вы в клубе. И да, если вы не соблюдаете положение этого договора, ваша деятельность также автоматически становится пиратством, со всеми вытекающими. А вытекает из этого много чего, потому что пиратство, ну, это преступление. Да, пират — это не тот, кто, накатив рома, бороздит просторы торрентов, а тот, кто нарушает правила лицензии. Так что, как бы да, эти правила неплохо бы знать, особенно если вы на борту и уже что-то делаете на базе SCP. Ну, чтобы быть честным приватиром, а не просто какой-то морской собакой. Начнем с хорошего, с того, что можно делать. Самое главное, что лицензия нам разрешает, это копировать и распространять что-то на основе SCP на любых носителях. Можно копировать и как угодно распространять короткометражки, игры, картинки и вообще любой контент по фонду. Это, кстати, главная причина того, почему крупные студии не берутся за что-то связанное с этой вселенной. Ведь сделанная игра и снятый фильм сразу разойдутся по торрентам, лишая авторов всякой возможности заработать на своем творении. Людей, которые раздают что-то связанное с SCP, например, на торрентах, даже нельзя будет назвать пиратами. Пока они не нарушают кое-какие правила, разумеется, но о них потом. Также лицензия разрешает создавать что угодно на базе контента по SCP. Вы можете сделать перевод на другой язык, игру по SCP, фильм, какой-нибудь постер с объектом, ни у кого не спрашивая разрешения, потому что это разрешение вам дает сама лицензия. Зарабатывать на контенте по SCP, конечно же, может быть сложно, но некоторые люди почему-то думают, что это вообще запрещено, и это неверно. В смысле, есть буквально одно исключение. Это оригинальный SCP-173. На нем действительно нельзя зарабатывать, и там дело в том, что изначальный автор статуи не дал разрешения на коммерческое использование ее образа. Потому в большинстве игр, где есть этот объект, его дизайн сильно изменен и отличается от того, что можно увидеть на сайте. В остальном зарабатывать на SCP можно как душе угодно. Уже достаточно давно была некоторая драма с тем, что RU-филиал почему-то решил, что зарабатывать на SCP нельзя, и поставил некоммерческую лицензию. Но затем RU-филиал одумался и вернул обратно коммерческую лицензию. А все потому, что в этом случае филиал нарушил еще одно правило. Правило это называется share alike. И заключается оно в том, что если вы делаете что-то на основе SCP, вы не можете добавлять какие-то ограничения. Все, что создано на основе SCP, может распространяться дальше только по лицензии Creative Commons Attribution Share Alike. И никак иначе. На каких условиях получил исходный материал, на таких отдаешь то, что получилось дальше. Менять эти условия выставляют
предоставляя другую лицензию или заключая какие-нибудь левые договора, запрещено. Потому, кстати, ссылка на текст лицензии должна быть в любом случае, потому что каким образом тогда человек поймет, на каких условиях все это распространяется. В полной версии лицензии есть, правда, несколько довольно сложных моментов. Дело в том, что ограничения нельзя добавлять как юридические, так и технические. И если с первым вроде все понятно, то со вторым чуть сложнее. Многие игровые движки, например, предполагают защиту от декомпиляции, сами по себе. Да и вообще ковырять внутренности игр, вытаскивать оттуда контент – дело само по себе не самое законное. В общем, у разработчиков игр тут появляется еще одна сложность. Она заключается в том, что Creative Commons сам по себе не очень совместим с программами как таковыми. Для софта вообще есть всякие свои открытые лицензии. В общем, если короткометражки по SCP благодаря магии краудфаундинга еще выходят, то вот с большими играми все совсем плохо. Ни одна студия, примерно понимающая, о чем речь, никогда не станет делать что-то по фонду. Еще одно правило – это указание автора. И это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Нет, со всякими штуками со стороны, где есть конкретный автор, который их разместил в публичном пространстве, все достаточно просто. Если берешь видео по SCP, достаточно оставить на него ссылку, ну и написать имя или псевдоним автора, которые их опубликовали. С картинками еще проще, потому что если брать арт с того же DeviantArt, там прямо в самой ссылке псевдоним автора есть. Чуть сложнее дела обстоят самими текстами по SCP, ведь как на любом вики-подобном сайте, там каждую статью правит и как-то изменяет куча человек. Кого же правильнее указывать в качестве автора? Того, кто первым разместил статью? Или может того, кто сделал последнюю на момент использования текста правку? А если все это только технические правки, не вносящие ничего творческого, значит того, кто последний написал какой-то большой кусок текста? А что если статья была размещена каким-то техническим аккаунтом? Или человеком, который не является автором текста? Такое часто было во времена раннего SCP, когда статьи переносили со старого сайта, ну или она вообще создана с удаленного аккаунта. А если речь еще и о переводе, то тут все совсем сложно. Все эти вопросы умножаются на 2. А с другой стороны, если это перевод, то можно указывать, например, только авторов перевода. Потому что перевод — это, если подумать, самостоятельная работа. Так что задача правильно указать автора изначального текста — это, в общем-то, забота самого переводчика. Тут, конечно, есть ленивый и самый простой вариант. Вспомнить, что SCP — это сайт коллективного творчества. И просто писать, что объекты создает коллектив авторов сайта SCP. И я этим способом, чего греха таить, иногда пользуюсь. Но и меня иногда одолевает юридический перфекционизм. Да и вселенная SCP такова, что само по себе указание автора может рассказывать интересную историю. Да и сама по себе лицензия в этом вопросе не очень требовательна. Там вообще написано, что автора можно указать любым разумным способом. А слово «разумный» само по себе достаточно неопределенное и очень субъективное. Кому-то все эти правила могут показаться слишком сложными, кому-то даже абсурдными. Но на самом деле, именно такая форма распространения контента позволяет SCP-вселенной расти огромными темпами, привлекая все больше авторов и вообще разного рода создателей контента. Выполняя эти требования в полной мере, вы получаете в свое распоряжение огромную вселенную, на базе которой можно творить и зарабатывать деньги. А все, что с вас в сущности за это просят, это не быть жадным человеком и дарить свое творчество другим, а также не забывать в разумном объеме пиарить всех тех, чьи наработки вам пригодились. Всем пока!